Скажите, пожалуйста, какие три вещи должен знать любой любознательный человек, если его интересуют страны, вот как раз региона Персидского залива? Ну, во-первых, нужно знать, на мой взгляд, нефтедобывающая, газодобывающая эта страна или нет, насколько она богата. Надо знать, какой тенденции ислама придерживаются его жители, это суннизм или шиизм, и насколько эта страна амбициозна в плане глобальной политики. И вот отдельная тема – это Сирия. Вот скажите, был ли бы такой же конфликт между странами Персидского залива, если бы там не было нефти или было ее, условно говоря, в 10 раз меньше? Я считаю, что нет, такого бы не было. С точки зрения отношения к опасностям, насколько Катар все-таки считается с Западом, насколько сильное влияние на его оказывают Соединенные Штаты, и насколько сильное влияние не только он оказывает на Францию, но и Франция оказывает на него в своей политике? Я совершенно, так скажем, определенно считаю, что Катар, все интересы Катара на Западе. Его интересы на Западе, то есть вложение инвестиций, вот во Францию в частности, продвижение своих интересов на Запад.